На главной площади города, где сегодня беспрепятственно прогуливаются люди, в понедельник будет не развернуться. К 6:30 утра на автовозах сюда доставят военную технику. Танки, БМП, машины связи и снегоходы составят традиционную экспозицию, которую на два праздничных дня облепит ребятня. В 10 часов того же дня центр торжеств переместится на площадь Победы. Там состоится церемония возложения цветов к мемориалу воинам-амурцам. Часом позже на площади горожане станцуют вальс Победы. Для акции в этом году подготовят сразу три композиции. Довоенный вальс, в лесу при фронтовом и тучи в голубом. А сразу после все собравшиеся исполнят песню Тухманова и Харитонова. День Победы! Победы! 9 мая начнется с парада. Он назначен на 10 часов. По главной улице города от Пионерской до Островского торжественно промаршируют около 2000 человек. Военные, силовики, студенты, юнармейцы, общественники и ветераны. Сразу после, в 11:30 утра, по городу пройдет бессмертный полк. Память о родных, которые защищали страну от фашистов, объединит более 9000 человек. Отведать полевой каши, галеты, чая, побывать в военном госпитале, поглазеть на парашюты и авиамодели горожан приглашают в городской парк. На несколько часов он станет парком Победы. Вечером горожанам стоит снова вернуться на площадь Ленина. Там творческие коллективы города устроят праздничный концерт. А завершатся торжества фейерверком. Он начнется в 21:50 и продлится 7 минут. Кристина Каширина, Денис Лугов, программа «Город».